Здравия желаю, товарищ полковник, с наступающим! Пьянь, грянь! Ты посмотри на себя, да! Тихо, начальство! Понял. С наступающим, Вячеслав Михайлович. Вот смотри, выберемся мы отсюда однажды, да? Ну да, я тебя обниму, напугал. Не ожидал засады? Отличная маскировка, рядовой. А теперь доложите обстановку. Ой, товарищ полковник, задание по украшению станции почти выполнено. Осталось последнюю лампочку вкрутить. Вольно. Давай я помогу. С наступающим, пап. Я думал, ты не успеешь. На мой день рождения и на мамину годовщину опоздал. Прости. Я просто старался, чтобы таких годовщин у нас в метро было поменьше. Понимаешь? Понимаю. Вот и хорошо. Ну, включай. Задание выполнено. Отлично, рядовой. Спасибо. Папа, у меня для тебя подарок. Мне дядя Миша помог собрать. О, спасибо, сын. Кстати, о дяде Мише. После официальной части личному составу надлежит вымыть уши и явиться в расположение Михаила Петровича. Форма одежды парадная. Ура! Есть вымыть уши и форма одежды парадная, товарищ полковник. Ух, какую елку красивую сделали. Да, слушай. Дорогие жители Красного проспекта и гости с других станций. 2034 год подходит к концу. Год выдался непростой, но он еще больше сплотил нас вокруг общей цели. Благополучие всех, для кого тоннели метро стали домом. В Новый год мы все смотрим с ожиданием перемен к лучшему. И они обязательно произойдут благодаря нашим общим усилиям. От имени командования ОСКОМ я благодарю всех за отличную работу и поздравляю с Новым годом! 2035 годом! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4... 3, 2, 1! С Новым годом! Ёптить! Ну, генератор, зараза, опять сдох! Кирилл, это Мельник. Проверка связи. Как слышишь? Прием. Слышу вас хорошо, полковник. Прием. Кирилл, я у торговых рядов. Где тут на сибирскую проход? По лестнице не вид. Там штаб оскома был. Еще там зеленку складывали, которую во время рейдов конфисковали. Конфискации, значит. Нашел. Спасибо, рядовой. Сдавайте излишки радиопротектора представителям законной власти. Помните, наш общий долг – объединить усилия для блага всех жителей метро. Интересно, что скажет? Помните, перераспределение радиопротектора. Разрешите, товарищ генерал? Слав, не поясничай. И так точно. Что там на сибирской вышло? Там закончили, вот изъято. Не густо получилось. Плохо, плохо дело.
Пятно сплошное, километров 500 жарится, да и потом неизвестно, сколько ехать. Твои ребята карт натащили, но чистых мест на них не видно. Были надежды на Байкал, но... Пока не нашли, там разгром полный. А насчет радиации... Фильтры на что? Главное, от пыли защититься. Фильтры. Все вагоны фонят так, что без зеленки никакие фильтры не помогут. А еще дети, ты и сам не один едешь, а с сыном, так что знаешь, что детям больше надо. Понимаю. А хватит? На всех сразу нет. Сначала вывезем ценных специалистов, подготовим новый подвижной состав, и тогда уже остальных. Так что получается? Будем людей на сорта делить? Кого первыми вывозить? Ты же видишь, что на кону. Наши дети тоже, между прочим. О чем тут вообще говорить? Не ожидал, Слав, не ожидал. О Кирюхе своем вспомни. Я, кстати, не забыл. Поедете с ним в первом эшелоне. Так что не подведи меня. А сейчас не забивай себе голову, отдохни лучше. На проспекте твои ребята и сами управятся. Понял. Опять закурить тянет. Как ты будешь? Не откажусь. Угощайся. Давно хорошего курева не было. Ох, давно. Соскучился. Что-то и правда устал я. Пойду, если ты не против. Конечно. Отдыхай, пока есть такая возможность. Боюсь, не скоро она снова представится. Ислав, а он тогда береги что? Себя. Он говорит, мы ваше положение понимаем, сотрудничество ваше высоко ценим. И как только новые запасы поступят, все вам вернется. Да еще... Товарищ полковник! Ну что же ты делаешь? Товарищ полковник, ну хоть вы им скажите. Пожалуйста, товарищ полковник, скажите, что мы начинали выдачу. Пропустите! Сохраняйте спокойствие, все получат. Обращайтесь. Поступил сигнал об излишках. Обязан реагировать. А он не открывает. Ясно. Идем. Да куда ты лезешь? Ой, начальник, вижу, крепко я тебе понравился. Всего уже облапал. Что-то Новый год вспомнился. Пили тогда, как раз тут рядышком. Товарищ полковник, сюда! Конечно. О, Гриша молодой. Петрович, открой! Слава? Заходи. Спасибо. За мной. Михаил Петрович, вы знаете, зачем мы здесь. Предлагаю сдать излишки добровольно... Иначе будут неприятности. Не могу. Ну не могу я, ты же знаешь, это для внучки. От себя ведь отрывал, по капельке копил. Ничего не могу сделать. Был сигнал об излишках, мы обязаны реагировать. Начинаем обыск. Проверьте там. Ну как же так можно? Я ведь с зарплаты откладывал. Все, честно. Знаю, заработал. Но порядок знаешь. Есть порядок. Есть, товарищ полковник. Нашел. Только не надо. Разве излишки? Это для внучки. Понимаете? Ага, для внучки. На рынке, небось, спекулируешь. Да, товарищ полковник, вы же знаете. Товарищ полковник, у него точно еще есть. Надо искать еще, а то план сорвем. Хватит. Мы излишки изымаем, а не последние. Товарищ полковник, мне же рапорт писать. Под мою ответственность. Отнесите в штаб и оформите как положено. Так точно. Прости. Я понимаю, выбора у тебя не было. Спасибо, что оставил немного. Это ты прости. Но насчет выбора все верно. Нет его ни у кого. Ну, пойду я. Спасибо. Не за что. Спасибо, Слава. Хватит мне голову морочить. Норма сдачи ваша точно посчитана, не с потолка взята. Тут не хватает. Доплачивайте. Ну, командир, ты сам посуди. Где я тебе зеленку возьму? Вы в народы, считай, все изъяли. Торговля встала, а норма сдачи написана, как будто я тут магнат. Процветаю.
Вы меня тоже поймите, у меня написано. Написано, значит, лейтенант, вынь да положь. На заборе тоже написано. От того, что там написано, зеленка у меня не появится. Так своему командиру и передай. Так, норма сдачи установлена. Накалу мочало. Норма установлена. Вы обязаны сдать ее. Остальное меня не волнует. О, здоров. А Танька где? Ну, жена твоя. Без зеленки морона я на него не уйду. Видел? А то, крыша потекла. Здравия желаю, товарищ полковник. Извините за беспорядок. Беженцы все время прибывают. На грязных станциях совсем плохо. Откройте, Аском! Ну, здравствуйте, рядовой. Ух, и устал я сегодня. Кирилл? Ха. Ну, к рядовой рассказывай, что случилось. Ничего, не хочу я больше. Чего не хочешь? Быть рядовым. И в Оскоме я больше быть не хочу. Так, с этого места подробнее. Я на Сибирской был. Видел, как солдаты зеленку у людей отбирали. Один торговец кричал, что они права не имеют. Его побили, зеленку всю забрали и ушли. Ну, это уже ни в какие ворота. Я завтра узнаю, кто это сделал, и разберусь. Ты говорил, что Оском защищает людей, а вы у них зеленку забираете. Почему? Это сложно. С зеленкой трудно. Поэтому и приходится забирать у тех, у кого зеленки много, и раздавать тем, кому не хватает. Иначе богатые будут сидеть на своих запасах, а бедные умирать. Разве это будет справедливо? Нет. Конечно, нет. Несправедливо будет. Вот видишь? Понятно, что те, у кого забирают, недовольны. Но так нужно, понимаешь? Ну, если бы у меня зеленку забирали, я бы тоже не радовался. Но теперь понимаю. Вот и хорошо. А эти солдаты вели себя неправильно. Я прослежу, чтобы их наказали. И они пойдут и извинятся. Правильно! Пусть извиняются! Вот и отлично. Кстати, о зеленке. Давай-ка, брат-храбрец, сделаем тебе укол. Давай. Готово. Кирилл, это Мельник. Как связь? Прием. Слышу вас, товарищ полковник. Небольшие помехи. Прием. У меня тоже. Я на Сибирской. Тут была последняя линия обороны. Прием. Да, я сам не видел, мне папа рассказывал. А как раз перед тем, как мятежники на последний штурм пошли... Thank you.
Пап, тебе точно надо идти? Ты же не отдохнул совсем. Мятежники наступают. Не до отдыха. Мятежники? Скажи, пап, если мы, Оском, защищаем людей, зачем им врать? Ого. Ты повзрослел, рядовой, а я и не заметил. Значит, поговорим как взрослые. Нужно ли говорить правду? Конечно. Но жизнь — сложная штука. В руках наших врагов правда может быть опасна. Нужно понимать, кому ее можно говорить, а кому нет. Командование видит картину целиком, и поэтому может принимать решения. Иногда неприятные решения. Но так нужно. Командование думает обо всех. А гражданские — только о себе. Поэтому правду, которая может их напугать, приходится скрывать. Но это для их же блага. Понимаю. Но все-таки страшно так думать. В жизни много страшного. Но я неплохо тебя воспитал. Ты сильный и храбрый. Справишься. Но мне пора. Иди домой. Пока не вернусь, никуда не выходи и никого не впускай. Это приказ. Есть, товарищ полковник! Сержант, проводите. Есть! Пошли, Кирилл. Ладно. Удачи, папа. Тебе тоже, сынок. Товарищ полковник. Прости, Слав. Я знаю, тебе деваться было некуда. И если бы я тогда не сказал ничего, они бы не поверили, что... Кто старое помянет? Ни у меня, ни у тебя выбора не было, Петрович. Тебе тоже удачи. Увидимся на поезде. Спасибо. Стоите! Вперед на позиции!
Огонь по бунтовщикам! Чисто. Идем дальше. Значит так. Саперов перебили, но заряд уже заложен. Наша задача — добраться до детонатора и рвануть. Лейтенант, я сейчас к взрыв машинки, а вы прикройте. Есть! Товарищ полковник, мы их долго не удержим!
Штаб! Хлебников на связи! Штаб слушает. Один заряд не сработал. Черт. Отходите на Сибирскую и держитесь там. Больше надеяться не на кого. Есть держаться. Конец связи. Товарищ полковник, они взорвали ворота. Рут с поверхности! Держимся тут! До последнего! Подкреплений не будет! Или мы их, или они нас! Я
Операция закончена. Исполнители устранены. Готов к эвакуации. Ах ты, сволочь! Что значит уехал? Без меня? Что происходит? Обеспечение эвакуации! Эвакуация? Бойцы, гражданские! Ты же их всех убил! Кого теперь эвакуировать? Слав, зеленке осталось только на командование, понимаешь? Остальные обречены! Агас, просто чтобы быстрее, и понимаешь? Ты знал! Знал с самого начала! Знал и молчал, сука! А у меня что, был выбор? Да и какая теперь разница, они уехали. Вот только меня они бросили зря. Петров, Петров, они уехали, без нас. Серегу мне дай, быстро. Как? Погиб? Серега, сынок. Значит так, Петров. В большом сейфе РПГ. Бери и бегом на старую развилку, там перехватишь, понял? Выполнять! Ну и... что теперь? Что хочешь? А я все сделал. Прощай, Слава. Папа? Папа? Дядя Толя? Он что, себя убил? Почему? Не смотри туда. Прости, что я приказ нарушил. На станции стреляли. Много. Потом затихло. А тебя все нет. Я боялся, что случилось что-то. Пошел тебя искать. Слушай, я тебе утром рассказывал. Кому можно знать правду, а кому нет. Забудь. Не нам такое решать. Если тебя обманывают, то точно не ради твоего блага. Вот поэтому он и умер. Понимаю, папа. Молодец. А теперь... идем домой. Кирилл, это Мельник. Я у входа в бункер. Понял вас, полковник. Там здесь не будет, так что будьте осторожны. Спасибо, Кирилл. Конец связи. Сосна, Яльха, ответьте, прием. Рядовой, я схожу в бункер. Пока я там, связи не будет. Сколько пробуду внутри, не знаю. Когда следующий сеанс? Полдень, товарищ полковник. Аккумуляторы? Держу заряженным. Дверь? Запер. Печенку ем. Слизь сжигаю. На грязной станции не хожу. Пап, ты мне натурально шпаргалку оставил. Если нет, сейчас читаю. Читай, читай. Повторение – мать учения. Все, сосна. Конец связи. Понял вас, Ильха. Конец связи. Сосна, ответьте, прием. Сосна на связи, прием. Я очень люблю тебя, сын. А я тебя, пап. И печенку чтоб ел. Обязательно, понял? Конец связи.